Землю многодетным семьям в Омске выделяли с нарушениями. Из всех участков только 12% были с дорогами. К остальным даже подобраться было сложно. Только треть участков была подключена к воде и лишь четверть – газу. Не ко всем наделам было подведено также электричество. Строить, а тем более жить там было невозможно. Но это не смутило городских чиновников, и они выдавали земельные участки. Прокурор области указал губернатору на необходимость выделения средств на строительство водопровода и линий электропередач. Только после вмешательства прокуратуры в мэрии доработали документы, по которым и определяют участки для многодетных семей. Ситуация поставлена на постоянный контроль. В настоящее время разработан проект приказа прокурора области, в котором на постоянной основе на прокуроров возлагается обязанность по проведению проверок вот в данном направлении.